Всем привет, вас приветствует канал Кура и Халк. Этот выпуск не будет связан с моими собаками, так как мы сегодня на рыбалке. И ни Кору, ни Халка, ни Малину с собой не брали. О чем сейчас искренне жалеем, потому что здесь много интересных вещей, которые бы, наверное, пошли моим собакам на пользу. Скорее всего, мы на следующий раз обязательно возьмем с собой кого-то из моих домочадцев. Ну а пока предлагаю вам посмотреть, какие бывают рыбалки в Харьковской области. Поехали! На территории пруда мини-зоопарк. Вот этот ослик, он гуляет сам по себе. Он сегодня ночью к нам приходил. То есть он такой тут, как собака. Ходит, его все знают, уважают. Вот тот момент, который меня покорил. Это волк. Кстати, кто знает, что это за волк, напишите в комментариях, потому что я не сильно в них разбираюсь. И обратите внимание, рядом с волком лайчонок. И знаете, что самое интересное? Интересное то, что вот лайка, волк, и они вроде как между собой дружат. Но я могу предположить, что по разорванной вот этой вот сетке, наверное, у них там какие-то конфликты происходят, и волк, наверное, все-таки хочет лайку съесть. Вот. Но с взглядом Гитлера на всех смотрит сервал, который все время, пока мы тут были, пытался достать лайку и пытался навалять. Это единственный, наверное, неадекват в этом мини-зоопарке, который кого-то хочет съесть. Потому что, ну, на самом деле, я понимаю, животные привыкли друг к другу. И уже друг на друга не обращают внимания. Но в целом, рядом находится то, что рядом вообще в природе. Никогда не встретишь. И местная достопримечательность, которая живет в свободном полете. Ну что, пойдемте туда с птичками? Идем, Влад. Влад, так по-простому. Ты что, пошли, да? Вот такой недовольный, бедолага. Ладно, ставь котика, хватит его мучить. Да пусть стихает. Да. Ой, ладно, шалался. Сними вот этого созидателя.